школе номер один прошел флешмоб под названием «Мы за здоровый образ жизни». Праздничное мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья. Мы находимся на флешмобе под названием «Тропа здоровья», посвященном Всемирному дню здоровья. 8 апреля рано утром учителя, ученики и их родители собрались у крыльца школы номер один, чтобы провести флешмоб под названием «Мы за здоровый образ жизни», посвященный Всемирному дню здоровья. Темой акции стал лозунг «В здоровом теле здоровый дух». Учащиеся выстроились в колонну и двинулись тропой здоровья, сопровождая свое движение речевками и плакатами. Школьники призывали к здоровому образу жизни. Идея проведения Дня здоровья очень актуальна и имеет большое профилактическое и воспитательное значение для детей. А также данное мероприятие поможет приобщить детей к систематическому занятию спортом, как отметил учитель по физической культуре Семейкин Алексей Геннадьевич. Данное мероприятие проходило с целью популяризации физической культуры и спорта среди детей и подростков нашей школы, повышения социальной активности и укрепления их здоровья, а также с целью повышения формирование потребностей здорового образа жизни, привлечение наибольшего количества детей к систематическим занятиям физической культуры и спорта, а также выявление лучших спортсменов класса школа для дальнейшего их участия в школьных и городских мероприятиях. Эта неделя будет посвящена здоровью. В школе пройдут соревнования, веселые старты, будут организованы интересные подвижные игры на переменах. На классных часах учителя будут проводить беседы на темы, связанные со здоровым образом жизни. Все в общем, это праздник хорошего настроения и спорта. Екатерина Кузнецова, Роман Коростылев, Тимофей Хлебников. Новости АТВ.